Наша задача попасть на тот берег. Вот это вот река. Уже глубокой осенью, когда она пересохла, у нее очень илистые берега. Прошел здесь лось. Лось, конечно, вездеход. Но это не тот лось, который вездеход. Исходное давление в системе 0,15-14 атмосферы. Поехали. Экипаж 2 человека, очень легкий, абсолютно не нагруженный. Зип, бензин, 2 человека. Уже при заезде на воды мы испытываем определенные трудности. Колеса хоть и не имеют блокировок в мостах, но крутятся все 4 одновременно и буксуют. Что ждет нас на выезде из воды? Сейчас я окунусь в воду и поближе сниму след, который мы оставили сзади. Для этих шин и для этого давления он нереально глубокий. Все, мы встали. Мы встали. Ручным подсосом имитирую ручной газ. Что мы имеем? Вот такой след. Вот такой ЭКЭ. Все 4 колеса крутятся. У нас есть только один вариант. Снижать давление в колесах. Что мы делаем? Подсос я сейчас уберу. Ставлю маленькое 1000 оборотов вращения, открываю кран, спускаю воздух. Спускаю воздух до тех пор, пока вездеход не начнет движение. Иначе нам придется в эту холодную воду чачу слезать. Поддерживая минимальное вращение колес. Замечаем, что вездеход начал двигаться. Давление чуть меньше 0,1. Вездеход начал двигаться. Судя по следам, у лося тоже есть центральная подкачка в копытах. Поддерживая минимальные обороты двигателя, мы двигаемся вперед. Так мы преодолели это препятствие.